Один американский юморист как-то пошутил. Теперь я понял, почему блондинки пользуются большим успехом. Их легче разглядеть в темноте. И знаете, в этом что-то есть. А еще, как утверждают ученые, блондины – самые волосатые люди. Количество волос у них приближается к 150 тысячам. Для сравнения, у брюнетов их в полтора раза меньше, а у рыжих в два раза. Правда, волосы блондинов намного тоньше, поэтому их прически не выглядят такими пышными. А вот о том, какие тайны скрываются под прической, вы узнаете в нашей сегодняшней программе. Кстати, о числах. Бытует мнение, что каждый человек от рождения имеет или гуманитарный склад ума, или математический. Но не так давно ученые открыли такую способность мозга, как нейропластичность. Изменение структуры мозга под поставленную задачу. Развить в себе математические способности и решить даже самую сложную математическую задачу может каждый. Для этого нужна только правильная мотивация. Узнать все о математике и математических способностях мы решили у руководителя математической лаборатории Политехнического университета города Москвы Евгения Ширяева. В каком возрасте легче всего воспринять математические какие-то знания? Идея в том, чтобы когда вы приходите учиться, у вас была своя цель. Если вот говорить о том, когда можно начинать заниматься математикой, то, наверное, тогда, когда вам захотелось самому интересоваться или если вы хотите кого-то заставить заниматься математикой, не заставить, а пригласить в мир математики, то у него должен быть такой возраст, или у вас должно быть желание его в чем-то заинтересовывать. Евгения, я вспомнила, что мне в 15 лет однажды пришло объяснение в любви. Мне один из моих одноклассников написал: «Нарисуй функции», и были написаны функции. Я их долго-долго рисовала, это получилось сердце, пронзенное стрелой. Это еще одна прекрасная цель, ради которой нам стоит вообще хорошо учиться. Дело в том, что приятно общаться на более высоком уровне. Независимо от того, о чем мы разговариваем, в каком поле сейчас происходит наша коммуникация, говорим о науке или о жизни, или просто так обсуждаем проехавший трамвай. Кстати, вы знаете, как выращивать трамвай? Нет. Что делает машинист трамвая, чтобы повернуть? Вот ни разу. Если он закроет глаза, думает, трамвай повернет или нет? Если мы сможем с вами интересно разговаривать, используя какие-то знания, или просто нам будет интересно, не безразлично относиться к наблюдаемым явлениям, то тогда нам будет просто вот классно жить. Мне кажется, что это такой способ жизни, в котором, ну, не знаю, войн будет меньше, а бедных тоже меньше.